17 мая в парке имени 9 января Кировского района петербуржцы начинают свой день зарядки на свежем воздухе. Инициатива данного мероприятия принадлежит администрации Кировского района совместно с движением «Горактив». На сцене два зажигательных парня начинают с разминки. Главное здесь не четко повторить движение, а просто веселиться и начать этот день бодро и с задором. Приятно наблюдать, что все больше жителей Кировского района принимают участие в спортивных мероприятиях. Те, кто еще не готов подключиться к общему веселью, с любопытством наблюдают со стороны. Самым маленьким активистам нет еще и года. Какие музыкальные композиции сегодня звучат? Здесь и современные ритмы, элементы бачаты и восточных танцев. Импровизацию никто не отменял. Погода тоже сегодня на нашей стороне. А своими ощущениями от таких веселых физических упражнений спешат поделиться ученицы 381 школы. Очень весело, правда, летнее настроение. Мне очень нравится. Приглашаем всех жителей Кировского района принимать участие в подобных зарядках, да, которые будут проходить у нас теперь на регулярной постоянной основе.